печально, что сейчас, ну, опять же, ну, идут эти передачи «Играй гармонь», но не то идет, не то, что нужно бы, что, чтобы, надо, чтобы это будоражило. А это опять какой-то шоу-бизнес, я не пойму, там нету того, что бы хотелось. Понимаете, хотелось, чтобы выставляли вот эти гармонии. И таких, которые играют душой и сердцем. Чтобы как сыграл и человек, который давно уехал из деревни в город, чтобы его всего перевернуло. Чтобы он вспомнил, что он россиянин.